Добрый день. Хочу рассказать вам, как гладить белье. Во-первых, я использую тяжелый старый утюг, потому что все новые утюги, которые выпускаются, они, как правило, легкие, вот, быстро ломаются, поэтому старый докризисный утюг, несмотря на то, что у него уже здесь что-то даже местами потерлось, он справляется с глажкой гораздо лучше, чем новые легкие дешевые утюги, там, не знаю, за 800 рублей. Вот, значит, естественно, я наливаю воду в утюг. При этом я стараюсь использовать обычную дистиллированную воду, например, которые продаются там для того, чтобы разбавлять ей антифриз в автомобиле, то есть высокой степени очистки, чтобы утюг не загрязнялся. Дальше, естественно, я, как правило, я глажу на максимальной мощности, но если у вас какое-то нежное белье, естественно, нужно выбирать в соответствии с рекомендациями производителя. Дальше рекомендуется гладить белье не пересушенное, да, то есть если оно еще слегка, вот вы его вытащили, оно слегка влажное, то это даже лучше, оно будет лучше гладиться. Значит, и если на белье есть какие-либо изображения, да, какие-нибудь рисунки, аппликации, такой бисер, пайетки, то лучше, конечно, его сгладить с изнаночной стороны. А для каких-нибудь там брюк, те, на которых глажка оставляет следы такие, вот, то лучше гладить через тряпочку влажную, марлечку. Вот, но здесь обычная хлопковая футболка, я ее буду гладить через с изнаночной стороны на максимальной мощности. И вы видите, что здесь, собственно говоря, вот разглаживается. При этом нужно немножко натягивать, чтобы не было вот таких вот вещей, видите, да? Поэтому я ее проглаживаю тщательно. При этом я использую широкую доску гладильную. Тоже не стоит экономить на гладильной доске. Желательно, чтобы она была устойчивая. То есть при глажке также важно, чтобы она у вас много времени не занимала, чтобы достаточно был быстрый процесс и в то же время достаточно качественный. Да? То есть здесь излишнего перфекционизма тоже не стоит. Кроме того, глажка белья, она преследует цель дезинфекции. Но если у вас есть какое-то белье, которое внутреннее, да, носит характер, которое не контактирует с одной стороны с половыми органами, с другой стороны оно никому не видно, то можете его на самом деле и не гладить. Вот отдельный спорный вопрос, нужно ли гладить постельное белье, вот, из ткани, да, то есть у нас есть два вида материалов, это ткань и трикотаж, то есть они отличаются способом производства. Ткань — это перекрещивание нитей, основа и уток, а трикотаж — это, по сути, такое вязание на станках, да, то есть там петельки у нас. Вот, в принципе, я прогладил уже эту футболку. Вот теперь я ее могу вывернуть и убрать в шкаф. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Спасибо за внимание.